А здесь пляжный футбол, смотрите, вовсю играют ребята. О, давай. Шустренькие, смотри-ка, вьетнамцы-то. А. Все, ушел в море, не догонит. Не догнал. Там волейбол уже играют. Что там, гол забил, что ли? О, молодцы, блин. Нормально так успевает, смотри. В одно касание. Погода, конечно, сейчас ветреная. Купаться вряд ли получится. Вода грязнючая, прядь превращается в какое-то болото. Ну, такой земляной цвет. Муть вся поднимается, волны там прям вообще бушуют. Поэтому сейчас просто прогуляться можно по пляжу, не знаю, там, полежать просто. Что-нибудь перекусить вон там купить. Кстати, его. Кто кукурузу пробовал? Я не особо, конечно, любитель этих кукуруз. После вот такой еды можно долго потом из туалета не выходить. Вот это что такое? Свинина, наверное, скорее всего. А зачем они жарят? Я бы вот вареную чисто ел бы, вот, допустим. Видите, вот как привыкли мы есть кукурузу вареную. Я бы вареную ел. Зачем жарить ее? Я не думаю, что она как-то вкуснее выходит. Ну, у них свои причуды. Я, кстати, в Азии у многих так стал замечать, что они жарят кукурузу. Мне вареная больше, знаете, посолил туда и поел вареную кукурузу. Да, немножко вкуснее, она даже лучше. А пожаренная она такая какая-то, ну, как будто угли ешь какие-то, блин. Пришли после рабочего дня в пятницу отдохнуть. А вы что делаете в пятницу?